Добрый день, уважаемые подписчики. Добрался я наконец до автомобиля. Начали потихонечку приходить у нас запчасти на него. Запчастей заказали много. В основном все заказано с eBay. Это доставка Англия, Америка, кое-что с Германии, мало. Австралия есть. Ну, идет долго. Идет долго, стоит недешево. Сразу скажу, дорогое удовольствие получается. Ну, сейчас приступаем к разборке. Разбирать буду его подетально, кузов. Капот, морду, крылья, крышу, стойки задние, задние двери, боковые эти передние двери. Все подетально. У нас только низ останется, именно кузова, ванна. И все это свезу в малярку, чтобы ребята шлифовали, полировали. Где надо поправить, поправили, загрунтовали и уже будут красить. Красить мы решили в такой же цвет сафари, полностью и внутри, и снаружи, чтобы состояние его было, ну, качественное, скажем, покраска. Сварил под него козлы вчера, поднял его вот на такое расстояние. Спереди и сзади вот он висит сейчас. Резину тоже менять будем. Сейчас снимаю колеса и уже приступаю к его разборке. Взялся гайки колесные откручивать, сорвал их с хрустом, а дальше идут нормально. Машина 3,5 года отстояла, но резьбы мазаны. Вот что значит помазать и не заржавело. Думал, что рвать придется все. Хозяин в этом плане следил. Сейчас снимем колесо, посмотрим, что там под колесом. Диски будем эти оставлять. Мы их отпескоструем и порошковой краской покрасим. Вот такое вот, если видно, что в колесе, что на тормозном барабане, веселуха. Ладно, снимаем все колеса. Также посливаем все жидкости с переднего, заднего моста, с раздатки, с коробки, с двигателя. Потому что перебирать будем все. Здесь интересно, первый раз увидел. Сливная пробка, просто разрез. Вместо масла вода. Я не представляю, что там с мостом внутри, как бы не пришлось его целиком менять. Машина, напомню, 3,5 года стояла под деревом. Может быть, какое-нибудь новое смазывающее вещество на основе воды. Thank you.
Нет, все-таки что-то там есть. Жестко. Очень уже интересно посмотреть, что нас ожидает в заднем мосту. Нос какие-то сгустки масла вытекли. Без воды, правда, но сгустки. Идем в раздатку. В раздатке масло без воды. Черное, но залито было очень много. Я так полагаю, перелито было. Сейчас еще с коробки сольем. Сейчас с раздатки дотекет до конца. И с коробки вот сольем. Здесь все такое массивное, все такое здоровое. 70 лошадей в автомобиле, ну, такие мощные детали. Парами как досталось. Это что надо было делать, чтобы так раму ухайндокать? А поддон совсем практически не мятый. Потом посмотрим, что мы здесь придумаем. О, а в коробке, наоборот, мало масла. Что-то здесь неправильно. А это я слил моторное масло. Показать не показал, потому что сливал через картонку. Козлы стоят, подпорки. Тазик не получилось нормально подсунуть под пробку. Поэтому одной рукой картонку держал, другой сливал.
другой болт откручивал. Ну, в принципе, грязная, черная, но есть. Вот такие тормозные барабаны, и они все четыре такие. Да, в принципе, здесь по низу все такое, поэтому все надо будет чистить, все грунтовать и красить. Ну, я думаю, немножко частично основную грязь сбить прямо на месте. Взял болгарку, вот такую насадку на нее. Сверху по кругу сбил. Сейчас снимем барабан и уже остальное на плоскости сниму, потому что здесь между шпилек только мучиться. Два тормозных цилиндрика. Цилиндрики тоже не бегут. Также почистим здесь все, вычистим, отшлифуем, задние щиты покрасим. Снимаем все тормозные барабаны.